ожидании такси. Называется «Ждем утреннее такси». Такси, такси, вези, вези нас скорее в школу. И из нее. А в школу лучше не надо, лучше сразу из нее. Ты думаешь? Да. А кто учиться будет? Никто. Я уже обученный человек, между прочим. Ты уже обучена всему, да? Конечно. Уже знаешь движение глагола. Корень не потянулся. А ведь знаешь таблицу умножения, знаешь? Да. Ну, это самое главное, что пригодится в жизни. Я уже вернулась со школы, и я хочу спать. А скажу одно. Мы пока шли за Дианой. Молодой человек у нас вот так заснул. Это регулярно так происходит, потому что мы с ним вместе всегда ходим Диану забирать. Да. А это как раз обед, и Дима как раз спит. Прекрасно. Вообще, а сегодня еще так холодно, что я прям беспокоюсь. Может, так везде зашли, погрелись? Да, где только можно было. Сейчас вот идем скорее домой, потому что у нас сегодня еще репетитор. Ага. Блин, вот зашли в перекресток. И опять мы можем показать наши покупки в перекрестке. Ура! Мы же не просто так туда заходим, правильно, Диана? Конечно, мы зашли за сосисками, которых там нет. Мы зашли за сосисками, которых нет. И еще зачем? И за соком, который там тоже нет. В общем, да, перекресток, спасибо. Большое. У вас ничего нету. Пятерочка выручает. Нет, Дим, пошли домой, потом погуляем. Сейчас очень холодно. Нет. Ну, ребенок хочет спать, а тут скользко, аккуратно. Ничего не аккуратно, скажу. Аккуратно. Я аккуратно. Будь аккуратна. Это мое аккуратно. Еще не хватает там что-нибудь разбить. Вот это было бы. Да, это чудесно просто было бы, да? Физра, до свидания. У нас с физрой в этом году большие сложности. Проблемы. Ну давайте, показывайте. Вот зашли мы в магазин купить. Я просто хотела купить сосисок. Да, мы иногда едим сосиски. Да, тем временем я. Такое с нами случается. Ну, конечно, с кем нет. Иногда они выручают вот прям сильно. Думаешь, вот если бы не сосиска, то все. Давай, лимонная доставай. Водичка. Лена, походу, взяла себе лимонную водичку. А как иначе? Дальше. А, чудо мне. Чудо. Диана надеется на чудо каждое утро, когда идет в школу. Да, Дима? Да. Так. Но оно не происходит, решила его купить. Хорошо. Да. Колбаса. Ну, это ладно. Допустим. Вот сегодня была с утра чистая футболка, но она уже не чистая. На, блин. Барни жалко, тот же самый. Вот так вот мы любим Барни. Что еще там давай? Сок. Как же без него жить? Без сока невозможно. Это взял себе Дима. Вот давай один. Разложим по кучкам. Это Диана. Диана, Дима. А это общее? Барни, ну, это общее. Это Диме. Ну почему? Общее, давай так. Дальше. Это мне, раз. Это Диана перекус взяла себе в школе. Но почему? Это не исключает того факта, что я буду покупать булки в столовкой. Ну, еще ни разу не покупала, собираешься, да? Да. Народ говорит, ест, сейчас модно покупать булки в столовке. Ну и еще 3 штучки таких. Короче, вот таких, да, набрала. Первоначальный запас. Ну, на перекус, потому что то, чем кормят в столовой в нашей школе, Диана не ест. Все? Все. Вот, пожалуйста, что купил себе? Что, Дима? Вот ходили в магазин и потратили, ведь это все стоит 1000 рублей. Наверное, даже больше. Что здесь поесть? Да нечего здесь поесть. Просто нечего. Я предлагала купить пиццу. Ну нет, мы уже как-то ели пиццу, хватит. Хорошенького понемножку. Палау, тем более фук. Ну вот как можно отказать? Можно, нет? Нет. Кошмар. Все, последний на сегодня. Вот сегодня 2 таких сока выпиваешь, а этот мы убираем на завтра. Пошли готовить. Я хочу мультик досмотреть. Очень много хочу. По-английскому. А, тогда ладно. Откуда Европа и Америка? The king said no. He asked the kings of France and England. But they said no too. After many years, the king and queen of Spain agreed to help Columbus. Columbus set sail from Spain.
2 months later. Неси. Малыши совсем. Сосульки малыши. Нет, я сказала неси. И как где? Там, вот. Что? И какашки бегают. Да это не какашки, это грязь. Грязь. Попадает? Какой себе. Вкусненький снежок? Давайте пойдем. Нет, пошли, вон мусор нас ждет. Пошли. Нет. Ты же у меня главный помощник по мусору, а? Иди. Вот это не бьем. Вкусные там красивые. Кто страшный? Да. Да. Кто страшный? Машинки страшные? Нет, вот это красивые. Ну, не берем тогда. И плохое. Плохое не будем брать. Дима, как всегда, в отдел для лялечек. Мне кажется. Классно, да? Вот, смотри, какой, иди сюда. Конструктор тоже деревянный. Здесь. Тоже домик. Дома строить. Да вот я в нем, я буду строить. Будешь такой строить? Да. Я буду строить дом. Будешь строить дом такой? Да. И дом. Вот это мячики классные для малышей. Вот и мячик. Бьем. Так это для малышей тоже. Буду синить. А Феном буду синить. Ну, у тебя опять же есть такой. Афина. Да. Вот этот Афина. Может, эту? Мне кажется, не стоит, у тебя лучше есть. Много царю. Угу. Зашли погреться в буфет. Подзамерзли. Смотри, Дима, кто идет. Папа, я рисую вот этот. Котечка я стояла. А ты взял котечку. Косточку ищешь для собачки. Вот, и видит. Она и видит. Красит авокадо, вот как да. По образцу. Да. Зеленки. Давай, зеленки. Ищи. Вот зеленки. Подходит. Давай. Сейчас. Вот так придерживай ручкой. Нет. Вот тут вот тоже надо. Молодец. Ну что, получается? Ну, получается, видишь, красиво. Мы тебе ничего не заказываем. Ничего не заказали еще? Не пилев. О, какая у тебя красота получается. Да, вот эту кузику приделала. А я только не увидела, Дима. Где ты путь ты ей нарисовал? Нарисовал ей? Давай будем искать собачку. Провожать будем с тобой? Да. Давай, так, идем. Нет, его там зеленый. Зеленым пойдем? Ну, давай зеленым подойдем. Давай, беги. Давай. Да. Так. Побежали. Дима, что ты смеешься? Я не... Что ты делаешь? Капец, как смешно. Да ты не ешь их. Я ем. Нет. Спасибо.